Казахстанские населенные пункты необходимо обеспечить развитой инфраструктурой и качественным образованием. Так считает сенатор Али Бектаев. По его словам, сейчас в селах проживают около 8 миллионов человек. И для улучшения качества их жизни важно реализовывать инициативы, озвученные в послании президента. По словам депутата, увеличение площадей сельскохозяйственных земель позволит сохранить плодородие почвы, обеспечить качество товаров и отрегулировать стоимость сельхозпродукции. Сегодня только 40% продукции, производимой в аграрном секторе, перерабатывается. Это очень мало. Нам нужно достичь, чтобы до 70-80% продукции перерабатывалось. Особенно глубокая переработка приносит большую добавочную стоимость для крестьян, для продукции и для экономики Казахстана. У нас очень большой экспортный потенциал. У нас очень большие возможности производства органически чистых и экологически чистых продукций. Вопрос развития сельских населенных пунктов, открытия врачебных амбулаторий и фельдшерских пунктов в селах очень важен для казахстанского народа, считает сенатор Акмарал Альназарова. По ее словам, многие проблемы, о которых говорит население, нашли отражение в послании главы государства, в особенности программа «Ансаган Саби». Только в Кызылординской области порядка 400 женщин ежегодно стоят в очереди на ЭКО. А выдается квот всего 34-35 квот в год. То есть 10 лет нужно как минимум стоять. И вот сейчас, если количество квот по стране в 7 раз увеличится, я думаю, что это и в регионах произойдет такой же рост. И это просто позволит процентов на 70 нам очередь разгрузить. И уже на следующий год эти женщины получат возможность действительно стать мамами.